Что, пришло время вельстогониться. Мельпимакса не было. Купила мельпиразон. В принципе, там действующее вещество одинаковое. Лилу двум кошкам и пацанам. Так как мельпиразон я тоже весь забрала, одному из собак буду давать вот так. Мельпимакс и мельпиразон одну. Так что сейчас будем обрабатываться. Попробуем без обмана, просто таблеточку. На. Чего, клюнул? Угу. Будем обманывать. Тогда вот так. Да. Господи, как же ты медленно стал есть. Раньше все проглатывал. Вы с Марселькой точно из одной семьи. А, таблетку одна не съел. Значит, сейчас. Держи. Держи. Съел? Умничка. Что, здесь все съел? Вот еще кусочки. Кусочки. Так. Молодец. Да, умница. Ну что, ребенок, тебя точно обманывать. Ты просто так не съешь. Да. Ох ты, жук. Тоже начал. Счастлив уж тебе так попробовать дать. Так, таблетку одну убрал. Ну какой. Еще думает. Ну не плюй ты их. Да, глистогонка у нас вот так. На. На. Талисман, еще одного здесь вот. Талечка, на. Счастлив уж тебе тоже там. На. Дай, дай. Ешь, молодец. Съел. Ну, проглотил. Посмотри на меня, проглотил. Молодец, умница. Лилуш. На, наешь. Ага, тоже с ветчиной, окей. А вот так? Сейчас посмотрим, чтобы таблетку тоже съела. Они хитрые, таблетки все выплевывают. Съела? Все, умница, да. Молодец. Титану. Да. Молодец. Тору. Да. На фоне преступления вас снимает, да? Что у нас дизайнер учудил? Все, съел. Съел? Молодец. Дизайнер у нас из клетки матрасик очередной съел. Вот так красиво теперь у нас. Да? Да, мои зайки? Сейчас будем убираться.